так, мы вот ходим, вот по такой дорожке нас пустили сюда ходить. Вот по этой дорожке. А вот там какое-то закрытое мероприятие, что нас даже не пускают туда. Мы даже не имеем права туда идти. И мы не знаем, что здесь. Сказали, и даже полицейские стоят на входе, на въезде в парк. И этот парк типа закрыт для, как это, для частного типа мероприятия какого-то. Это все частное мероприятие. Вот. И нас не пустили. Сказали, если вы хотите, то только припаркуйтесь на рядышком парковке и можете сюда подняться, прогуляться. Но туда не ходите, вам нельзя туда ходить. Вот сюда нас не пустили. А вот тучи какие, да? Время туч наступает. Вашингтон, время туч. Там тучи, но там, смотрите, как красиво. Небо голубое. И мы, в общем, не знаем, что здесь происходит. Что за мероприятие. Они отмечают как-то раз в год. И мы не знаем, что за мероприятие раз в год. Закрытое. Говорю, ну давай спустимся, посмотрим. Откуда они будут знать, что мы не отсюда? Ну нельзя, рассказали, нельзя, значит нельзя спускаться. Вот так вот в Америке празднуют какие-то мероприятия, на которые даже еще и не все вхожи в это мероприятие. С утра его, вот это вот место все закрыто, весь парк закрыт с утра и до 6 вечера. После 6 сказали, будет все свободно. Ну, в основном все для детей, да, вот там всякие надувные эти штуки. Такие они деловые, крутые даже. К ним ходить нельзя, простым людям. Интересно. Мне так, конечно, неудобно без палки. Ведь эта палка, кстати, в этом сумке есть. Если было на палку прицепить. На какой-то телеге катают, там на сене они сидят, вот видите, по кругу. Ох, душно как, да, такое вот как-то, духота какая-то, как будто перед дождем. Я тоже хочу туда. Шутка. Ой, там смотри, классно там. Четко. Детям вообще веселье. Сколько надувных штук. Класс. Туалет он специально поставил. Ну так, вот это вот закрытое такое мероприятие. Там стол, кухня, все. Тут дети в основном, я поняла. Очень много. Уже такая штука, как она называется? Типа полазить по горе. Детский сад, короче, здесь один. Вот сколько людей. Пытаюсь понять, может, я кого-то здесь знаю, нет, я никого здесь не вижу, там, ну, тут же так никого не увидишь все равно. All right,